Всем привет, ребята! Побывавши на фабрике МРИ, мы купили набор для мастер-класса. Сейчас я его открою. Посмотрим, что ж там внутри. Давай я покажи ближе сюда. Ой, шарик с кем? С коровкой. С бычком такой. Новогодний шарик. А, подожди, здесь еще блесточки. Ну, еще с блесточками. Фабрика ярмарковых прикрас. Потом наберем водички и будем... Красочки. Надо ну, где ребят? Что надо делать? Расскажи. Шановні мрійники, беремо пензлик, занурюємо в червону фарбу і малюємо. Вершечок шапки і кожушок бичка. Ну, я знаю. Здесь просто закрасить. На стаканчик. О, да. Поверни коня, чтобы не видно было, что вот это такой символ года, да? Да. А, пока поверни, пока ты краски открываешь. Мы его купили на ВДНХ в Киеве. Чего там красненькая шапочка? Да. Ну, показывай сразу. Какой красавец. И перемоем. Какой цвет? Буду брать зеленый. Ну, рассказывай, что ты будешь зеленым цветом рисовать. Штанишки и дополнение к этой ее пушистик и резиночка. Цены нарисованы. Что каким цветом раскрашивать? Красота. У нас такого шарика еще не было. Лицо же не зеленое. Так это же не лицо. А, это шапка. Я думала, это Гринч получается. Гринч. Который украл Рождество. Не украл. Что? Постарался украсть, но не украл. У меня не получилось, я даже Комарова хотел украсить. Приеду домой и повешу свой шарик на елку. И блестящие рожки. Такое очень смешное. Ой, классный уже получается белый. Кофе, да? Сейчас угадал. Угадала? Да. Надеюсь, все на 2021 году сбудется. Да? И вам желаем, мои зрители, чтобы ваши все желания сбылись в 2021. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.
кнопочка для звука.